по просьбе наших зрителей снимаю вот грабли. Лучше, конечно, их было зацепить и снять подробнее как, но надо будет, значит, я пересниму, повторно выложу на видео. Вот, то есть что хотели узнать. Вот они, эти секции, они точно такие, как на одном крыле. Вот оно, одно крыло и есть, только вот это вот дополнительно сварена платформа. Вот так она выглядит. То есть они вот эту подушку изменили, сделали. И крамик общий прикрутили. Уши проушины сделаны. Сверху оно идет, просто заглушили на с одним крылом маленько по-другому. Вот этот узел сделан. Сейчас я покажу. И либо вставлю фотографию сюда. Показать пружине то же самое. Также это 4, но у меня те 5 колес. Ну, покажу. Но узел у них практически одинаковый. Так, вот эта рамка. Надо будет, значит, я замерю. Здесь то же самое, только в другую сторону. По-моему, палец по-другому переделан. Так. Они сгребают вал. Единственное, 5-го колеса нет, что вот этот вот вал в середине, он может не прогребаться, если вы его оставляете в середине. Сейчас посмотрим. Ступицы. Ступицы и колеса турецкие и польские, у них разные. Как мы с видео смотрели, вроде одинаково. А на самом деле, оказывается, эти ступицы другие здесь и колеса другие. Да, еще что хочу сказать. Есть колеса левые, есть правые. Они разные. Пытались поставить туда-сюда, не получается. Так. Ну вот. Вот так выглядит ступица у нас на тех. Она крышка здесь на резьбе. И вот эта вот часть смазывается. Здесь ни хрена ничего не смазывается, но вот так вот есть. Ну, вроде все показал. Сейчас сфоткаю, да, вставлю для сравнения фотографии с тех грабель. И посмотрите. Да, я думаю, что оптимальный вариант для них это сделать каретку, то есть ось, сделать прицепные, потому что очень тяжело попасть навеской вровень. То есть, чтобы они шли, сгребали сено ровно. Одно колесо, одна часть чуть ниже, другая чуть выше, вроде бы все гребет нормально. Центральный винт туда-сюда, а получается вот такие вот результаты на колесах. То есть это колесо у нас прижимается больше, его начинает выгибать наружу, из-за этого ступицы здесь не усиленные, простые крепления самого колеса, и он начинается вот так лопаться. То есть надо четко смотреть и следить. Вот, пожалуйста, вот еще один такой результат. Это вроде нормально. За сезон мы 2-3 колеса переделали. Значит, это нормальное колесо. Ну, вот тех два, да, в ту сторону был наклон у нас. А это чуть выше. То есть это нормальная гребла сторона, а та сильно низко опускалась, и колесо как бы выворачивалось назад. Из-за этого его вот эта часть как бы шел на излом, и все вырывало отсюда. Эти 4 болта. Ладно, сейчас вставлю фотки, покажу. Вот у нас одно крыло колесно-пальцевых. Показываю, сейчас зацеплено на Т-25. Вот, смотрели, вот этот палец там на тех, он вставляется и выбивается. Мы его уже прихватывали, он не нравился мне. Он как-то то ли выгибает здесь, не знаю, что я его прихватывал. Здесь он, видите, какой сделан, то есть с той стороны и с этой он не меняется. А там же он сделан на шпринте, то есть меняется. И верх там четко стоит, а здесь он как бы сделан под центральный винт навески. То есть и вот этот стакан как бы амортизирующийся получается, нет? А, и вот она, площадка, то есть навески.
Ну вот. И там сделано 4, здесь добавлено, то есть еще одно. Но мы его не используем, мы его в первый год сломали. Не мы, вернее, а у меня профессиональные трактористы. Студенты, да, махнище. Кстати, привет. Это, сломали колесо, и мы его как бы, ну, не восстановили, потому что просили тогда в те времена за него 5000, сейчас, конечно, дешевле, но еще у них еще проблема в МАГРА с наличием данных с этих колес. Ладно, ну вот, в принципе, я показал. Сейчас туда вставлю, а это видео добавлю, а вставлю в то. Будет обзор обоих, сравнение.